невероятный фонтан эмоций вызывает данная игра, и это прекрасно, господа. Когда игра вызывает эмоции, что может быть лучше? Я думаю, ничего не может быть лучше. Если игра вызывает эмоции, это уже победа. Поэтому, господа, сегодня будем играть именно в эту потрясающую, невероятную игру. Ой, классные, вы такие классные парни, такой геймплей у вас просто. Долб***ба, который разрабатывал эту карту, тоже медаль просто за худшую карту в истории Call of Duty. А это надо было постараться при существовании Санхевена и Пикадилли. Да б***ь, да лонч-то будет работать в этой б***кой игре. Б***ь, вашу мать, долб***ба на разработчиках, дайте, су***. Вещь, которая всегда работала. Если игра вызывает эмоции, это уже победа. Как работала раньше. Даже если ты бежал за человеком и не мог его догнать, когда ты по нему приближался на определенное расстояние, ты нажимал удар ножом, и ты подтягивался к нему. Называется лонч. Это сделано специально для того, чтобы догонять противников. Потому что по-другому ты не догонишь. Что же делают разработчики у нас? Это не карта, это просто помойка. Вот просто помойка, нахуй. Вот в Медведково приедьте на помойку какую-нибудь, оцифруйте ее в фотограмметрии, и эта карта будет лучше. Просто за МКАДом помойка, просто ее оцифровать, каждый пакетик, каждую кучу дерьма, которая лежит, и вот она будет более играбельная, чем вот это, ну, то, что было на экране. Нихуя не видно. Пауэр-позиция, которая никак не контестится, при этом, чтобы добежать до этой б***ки пауэр-позиции, у тебя огромное поле, и у тебя, как бы, нету способов никак пробежать в обход этой пауэр-позиции, потому что на другом фланге что? Точно такая же, абсолютно так же сломанная, б***ь, пауэр-позиция. Все, две б***ких линии. Даже не три, две. Потому что слева не в счет, потому что это точно тот же корабль. Кто-то, блядь, в школе мап-дизайна учился на двойке, и потом пошел работать в потрясающую компанию, которая разработала эту игру. Ну нельзя, блядь, такие хуевые карты ставить в ротацию, в бету. Ну люди же поиграют и поймут, что вы не особо умеете делать карты. И прикиньте, у нас будет 20 карт, и 17 из них будут таких же, как вот это Гавуту. Разработчики, что из Infinity Ward, что из всех остальных студий, они не играют в свою игру. Поэтому вот такие игры получаются. Они не понимают, что они делают. Они не понимают, зачем они это делают. Им какие-то сверху отцы-основатели спустили установки, и они просто их копируют, но не понимают. И как только они влево-вправо отходят на миллиметр, получается полный провал, потому что там нету вообще мозгов, которые способны осознать, зачем что-либо сделано в мап-дизайне. То есть такие вещи, как видимость, цветовой контраст на пауэр-позициях. Там такими категориями люди вообще не думают. Это незаконно, кстати, сейчас был выстрел. Ахаха, сделай лучше. Бля, ты не поверишь, братан. Ты вот просто буквально не поверишь. Был бы, блядь, редактор карт, сделал бы лучше. Учитывая, что опыт большой есть. Кстати, знали то, что в ВВ некоторые карты доктор Дизреспект делал? Он работал мап-дизайнером. Но они же, блядь, боятся конкуренции со стороны комьюнити в плане мап-дизайна. Поэтому не выпускают редактор карты уже 1000 лет. Последний мап-редактор, если мне память не изменяет, был как раз в АВ. Вот с удовольствием бы сделал бы карту. Но только жаль, вот разработчики решили монополизировать это дело, чтобы продавать эти карты. Потому что если ты выпустишь редактор карт, и комьюнити начнет делать карты, это же типа они следующую Call of Duty не купят. А им-то нужно не сделать хорошую Call of Duty, им нужно сделать Call of Duty, в которую народ будет играть хотя бы год до следующей Call of Duty, а потом перейдут в нее. Им не выгодно делать хорошую Call of Duty, потому что не перейдут в следующую и будут сравнивать с хорошей Call of Duty. Форма возврат предзаказа. Правильное решение. Они уже третью итерацию не могут починить звук, поэтому верить им, что они его починят к релизу, очень наивно. То есть надо прям дождаться выхода, посмотреть, что они сделали, посмотреть, что за карты, потому что пока звоночков очень много плохих. Прям очень много плохих звоночков. То есть, может быть, если реально в игре будет много контента, если в основном карты будут хорошие, и если они не будут такими же, как половина карт здесь, ну, наверное, ее можно будет перетерпеть, эту колду. Но это прям вот перетерпеть формат. Прям формат перетерпеть, не более того. Донатный редактор карт сделать. Гениально. Да им просто это не нужно, зачем? То есть одни минусы. Денег потратить на разработку надо, поддерживать его потом как-то надо. Внутренний не выкинешь на рынок, потому что там, скорее всего, какие-то на пайплайны ассетов не подготовленных. То есть там тоже запекать надо и так далее. То есть если можно было выпустить бы внутренний, тогда бы еще куда ни шло. Но они же не могут это сделать, потому что внутренний редактор, скорее всего, работает на базе ресурсов неподготовленных.
То есть не упакованные вот эти файлы, модельки, звуки и так далее, а исходники. Парень. Глаза разуй. Ну просто он бежал, бежал, рядом с ним чел умер. Он такой, ну, наверное, ветер. Сегодня все за анонсами. Следите, как всегда, в группе ВКонтакте. Если вдруг подписались, но не знаете, что она существует, группа ВКонтакте, YouTube-канал, подписочки. Все знаете, как делать и чем заняться, пока стрим будет офлайн. С вами был Джимми Опс. Конец связи. Пока-пока.